Дорогие друзья, хочу пригласить вас на новую прогулку по Брюсселю. Она будет несколько иной, чем в прошлый раз. Можно назвать ее немного по-ностальгически, по-прустовски, в погоне за ускользающим временем. Брюссель – город живой, динамичный, город, который постоянно преображается. Старые здания меняют свое назначение. Все время возникает что-то новое, а что-то навсегда исчезает. Но на этих местах возникают неповторимые прекрасные кварталы. Кварталы, которые обретают новую, вторую жизнь. Вот мы и отправимся по следам исчезнувшей брюссельской реки, старого порта, старого брюссельского порта, его канувших лету монастырей. Мы вернемся к самым истокам Брюсселя. Поговорим об его легендах и истории. Увидим Брюссель не только шумный, блестящий, многолюдный, но посмотрим и на его улочки, закоулочки, тихие площади, загадочные тупики. Познакомимся с той брюссельской красотой, которая не всегда открывается обычному туристу. Приходите, будем рады. Thank you.